Недавно, как гром среди ясного неба, грянула новость. Давид Манукян и Ольга Бузова расстались. Хотя, казалось бы, совсем ничего не предвещало беды. Совсем недавно Ольга и Давид отдыхали на Мальдивах и просто забрасывали поклонников счастливыми фото и видео. И вдруг такая новость. Первый звоночек был еще на дне рождения Ольги Бузовой, когда во время салюта Бузова неожиданно оттолкнула Манукяна. Но тогда все посчитали, что это обычная ссора. И довольно скоро пара снова заполонит интернет счастливыми фото и видео. Но вместо ожидаемого результата, утром Бузова просто огорошила всех новостью. Они с Давидом расстались. И не просто расстались, а грянул настоящий скандал. Бузова обвиняет Даву чуть ли не во всех смертных грехах. Дава, в свою очередь, старается не комментировать ситуацию. После того рокового празднования дня рождения в СМИ разлетели слухи о том, что Бузова не простила Даве то, что он опоздал на ее день рождения. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то получается совершенно иная картина. В 12 часов ночи сестра вместе с подругами решили поздравить Ольгу с днем рождения. И самое странное, что в тот момент в квартире Бузова находилась одна. Никакого Манукяна там и близко не было. Хотя, казалось бы, странно. У любимой девушки день рождения, и он первый, кто должен был поздравить ее с этим праздником. Что, впрочем, в прошлом году и произошло. Ровно в 12 часов ночи Манукян поздравил ее с днем рождения, а в этом году Бузова сидела в квартире одна. И не по этой ли причине к ней приехали сестра с подругами, чтобы просто поддержать Ольгу в этот момент. Еще странность заключается в том, что в день рождения Бузовой Манукян опубликовал трогательный пост с поздравлением любимой с днем рождения. Но вопреки обычному, Бузова не стала отвечать на этот трогательный пост. Вместо этого она его просто проигнорировала, что тоже совершенно не характерно для нее. Получается, что ссора произошла совсем не в день рождения Бузовой, а салют – это была лишь попытка Манукяна помириться с любимой. Но попытка провалилась. И к чему это привело, мы с вами прекрасно знаем.